Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о прогнозе на 2022 год. Кратко, по делу, слушайте и запоминайте. Январь. С 19 декабря и до 29 января ретроградная Венера. Поэтому могут быть проблемы в любви, в финансах, в отношениях и все, что связано с красотой. Также с 14 января становится ретроградный Меркурий. Поэтому январь можно назвать месяц вата. Все будет не так, как вы хотите. Люди будут немножко тормозить, путаться, ошибаться. Поэтому не стоит начинать ничего важного в январе. Никаких инвестиций, крупных покупок, свадеб, начало отношений. Все это откладываем на следующий месяц. Февраль. Февраль начинается с новолуния в знаке зодиака Водолей. Именно 1 февраля по восточному календарю приходит год водяного тигра. До 4 февраля у нас ретроградный Меркурий, поэтому могут быть еще какие-то задержки, и не стоит ничего важного планировать. Зато потом, уже со второй недели февраля, можно активно добиваться своих целей. Подходит месяц для обучения, продвижения, научных разработок, для работы в интернете, для различных проектов, научных открытий. Будьте Илоном Маском, и все у вас получится. Март месяц. Март – месяц для творчества, любви и также для духовного развития. Юпитер соединяется с Нептуном, и это говорит о том, что благоприятно заниматься своим внутренним развитием. Если вы приверженец какой-то религии, если вы занимаетесь медитациями, вы можете посещать духовные места, молиться, для вас этот месяц будет хорошим. Если говорить о негативных последствиях этого месяца, то могут быть потопы. Поэтому не стоит посещать места, в которых возможны такие происшествия. И, пожалуйста, следите за батареями и экранами в своей квартире. 20 марта будет важный день. День весеннего равноденствия. С точки зрения астрологии, именно этот день идеален для начала нового года. Можете загадывать желания, делать карты желания и ставить перед собой глобальные цели. В апреле месяце мы амбициозны, целеустремленные, но при этом все может складываться не так удачно, как нам бы хотелось. Пожалуйста, будьте осторожными, включайте свою голову и не принимайте необдуманных решений. Особенно надо быть аккуратным во взаимоотношениях с начальством, с вышестоящим руководством, с полицией и с властями. Не стоит устраивать бунт на корабле. 30 апреля будет затмение. Именно в этот день нам захочется что-то кардинально поменять в своей жизни. И действительно, можно подумать, что же я хочу поменять в своей жизни. Поменять работу, город, семью или найти новое увлечение. Ставьте перед собой правильные цели, и все у вас будет хорошо. Май. Месяц, когда у нас до 16 мая идет коридор затмения. А еще в этот месяц ретроградный Меркурий. Поэтому май месяц для того, чтобы замедлиться, проанализировать свое прошлое, быть более внимательным к себе и своим чувствам и меньше реагировать на обстоятельства во внешней среде. Месяц май для рефлексии. Если же у вас есть какие-то планы, связанные с покупкой автомобиля, с переездом, с обучением, то запланируйте все это на месяц июнь. Этот месяц удачен, но при этом очень важно, чтобы все проекты, которые вы начинаете делать, вы делали в команде. Один в поле не воин. А вот если вас окружает суперкоманда, то вы добьетесь успеха. Июль. Месяц для того, чтобы провести его со своей семьей. В идеале поехать все вместе в отпуск, на дачу, навестить родителей, провести время со своими детьми. Полноценно. И даже если вы работаете, пожалуйста, больше времени уделяйте своим близким. Также этот месяц подходит для покупки недвижимости, для ремонта, для того, чтобы заниматься домом, дачей или садом. Август месяц – месяц радости, успехов и достижений. Можно запускать глобальные проекты, можно поехать отдыхать, развлекаться и получать удовольствие. При этом, пожалуйста, будьте аккуратны. Не злоупотребляйте алкоголем – это раз. А во-вторых, активизируются мошенники, никому не верьте, все перепроверяйте, не открывайте сомнительные сообщения. Я вам желаю отличного августа. Сентябрь – месяц, который идеально подходит для обучения, поэтому здорово, что именно в это время наши дети идут в школу
или вузы. Нам тоже можно пойти на новое обучение, но желательно это сделать до 9 сентября, потому что потом Меркурий станет ретроградным. Также этот месяц благоприятен для того, чтобы заниматься своим здоровьем. Можно поехать в санаторий, сдать анализы, чекап и посетить врачей, которые важны для вас. Сентябрь рабочий, продуктивный. Я вам желаю здорового месяца. Пусть у вас все будет хорошо. Октябрь месяц – это месяц любви, месяц отношений. Запомните совет, что этот месяц подходит для того, чтобы взаимодействовать в паре. Если говорить о работе, то лучше всего работать в тандеме, в паре с кем-либо, а не в одиночку. И, конечно же, этот месяц подходит для улучшения взаимоотношений или для начала отношений, если вы одиноки. В конце месяца будет затмение и начнется коридор затмения. Наблюдаем и делаем выводы. Также 30 октября начнется продолжительный период ретроградного Марса. Марс отвечает за бизнес, коммерческую деятельность, за спорт. В плюсе можно вернуться к спорту, который вы когда-либо бросили. В минусе не стоит начинать ничего глобального уже до конца 2022 года. Ноябрь, как я уже говорила, весь месяц будет ретроградный Марс. Не стоит начинать глобальных проектов, но при этом можно вернуться к тем делам, которые вы когда-либо бросили. Также можно вернуться к спорту. Так как Солнце практически весь месяц идет по знаку зодиака Скорпион, в это время можно заниматься развитием финансового мышления и прокачкой сексуальности. Месяц секса и больших денег. Если сумеете оседлать такую планету, как Плутон, то все у вас будет шикардос. Декабрь. Настроение хорошее, отличное, особенно в начале месяца. В конце месяца начинается ретроградный Меркурий, поэтому может быть путаница. Пожалуйста, покупайте подарки заранее. Планируйте свои поездки заранее. Могут быть задержки, отмены рейсов. Всегда имейте план Б, если план А не получился. Декабрь – это месяц подведения итогов. Я вам желаю, чтобы вы, подводя итоги 2022 года, поставили себе много галочек и похвалили себя за успешный год.